Нима. Боже, прости, цветы. Цветы. Я поделюсь. Батюшка, мы хотим поздравить, думаю, все прихожане присоединятся, днем тебя заменить. Вот так вот случилось, что жребий избрал вас в качестве домостроителя. Это то же самое. Пусть маленького, но участника домостроительства Божия. Вот. Я думаю, что смотри-ка, у него неплохо получается, да? Вот у вас много талантов, вот, харизма и такое важное ответственное дело. Мы хотим пожелать и спросить помощи Божьей, крепости, сил душевных и телесных, чтобы это успешно начать, благополучно завершить и с Божьей помощью, с помощью всех нас, молитвенной и посильным участием. Вот. И вот такой подарок, да? Аллюзия на стройку. Приложение к нему. Ну да, да. Обычно жизнь была. Обычно на стройке в таких шлемах ходят и орут на всех. Чтобы этого было поменьше. Ну, чтобы как это подсластить горечь. Неусыпные ночи. Да, да. Спасибо. Ну и приложение важное. Спасибо большое. Спасибо. Это здорово. Батюшка, мы все я не буду делать. Пока что нет. Время убедят. Надеемся. Вот. Мы очень рады, что вы наш кормчий, наша община. Вот. Построить дело ответственно, но созидать вот общину, вот, духовное строительство, но гораздо сложнее. Вот, и хочется пожелать вам в этом успехов. Успех уже есть, я думаю. Мы этому свидетели. Мне же имя такое вот. Малыш. Маленький. Спасибо, отче. Спасибо, братья. Я бы сказал, что здесь спал это человечище. Мы всего лишь это глыба. Глыба. Как отец Алексей не быстро представил таланты. На самом деле, профессор богат на таланты. Один из ярких и ярчайших талантов — это дар слова, которым он обладает, безусловно. И вот интересно, что вот он мастер экспромта, мастер импровизации. Когда он отец стал готовиться к проповеди, почувствуется такие заготовки, какие-то клише. Они такие скучноватые, пресноватые, суховатые. Но когда он говорит от себя, когда действует уже дар, благодать действует, они яркие, искрометные. Таким образом просто поражаешься, как человек владеет словом, такими понятиями какими-то оперирует. Думаешь, откуда это берется? Это берется только свыше. Ну, это не дает ни образования, ни начитанность, ни... это только талант. Принципал обладает таким ярким талантом, слово может зажигать, может быть, может мобилизовать, вот, и приструнить может, и наоборот, как-то порадовать, утешить. Вот этот наиболее такой яркий талант, который никто у него не отнимет, не украдет. И дар Божий, вот, чтобы мы больше наслаждались присутствием отца Павла, его талантами, вот, чтобы он на многое лето восстановлял наш приход. Благоденственное, мирное житие, здравие, спасение, все благое поспешение подожд. Господи, отцу настоятелю, всем тебе знаменитым, Павлу, Божию Владимиру, здесь